Здравствуйте, Алексей. Это видео про ваши одуванчики. Итак, первый одуванчик для наклейки на переходник с линзой. Я его запрограммировал от 2 до 16. И фокусное расстояние 58 миллиметров. Ну, вы сможете перепрограммировать. Этот диапазон, в принципе, покрывает большинство всех задач. Особенно если использовать гелиосы 44 серии. Так, и основной одуванчик для коленара. Он запрограммирован от 2,8 до 45. Тоже будет таблица поправок. Также сможете перепрограммировать, как обычно. И фокусное расстояние 100 миллиметров. Его я сейчас еще дополнительно наклею на скотч, на который вы сначала его установите, а потом уже установите на клей. Как всегда напоминаю, клей из тюбика не наливать, наносить на обезжиренные поверхности с помощью зубочистки. Очень небольшое количество. Зубочистка в комплекте. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.